draugu. Быстрый! Жестокую королеву, что была слишком зла, чтобы умереть. Разберемся. Снова Траугры лезут, чтобы он пусто был. Кратос, ты весь в огне! Пройдет! Богов в гибели семьи и начала без разбора мстить всем, кто попадался под руку. Даже смерть ее не остановила. Знаю. Mm-hmm.
Аугров. Вижу. Слева еще Драуга! Осторожно, сзади! Аука! Лунда, все говорят, что Рагнарёку суждено случиться. А ты как думаешь? Когда я чуть не лишилась руки, мне сказали, мол, не судьба мне быть кузнецом. Так что нет. Пусть судьба поцелует меня взад. Понимаю, почему вы с Броком поладили. Да ты не видишь дальше своего носа. Мы нашли дневник консула. Спасибо, Кратос. Как раз на это мы и надеялись. Консул рискнул всем, чтобы понять ошибки нашего прошлого. Эти уроки не пропадут в Туне. Спасибо, Кратос. Мы и все эльфы этого не забудем. И они тоже обязаны помнить, сколько крови на их руках. Есть путь, ведущий нас к примирению. Никто не говорил, что будет просто. И никакой Герты. Меньше проблем. А они были? Нет, конечно. Ведь со мной ты, могучая гора мышц. Они такие сильные из-за нетки!
Надеюсь, за вами не следили.